есть мир, в котором ведьмы рассекают небо, а белые медведи — это самые могучие воины. Где душа человека всегда ходит рядом в облике животного. Этот мир живет по своим законам тысячи лет. И чтобы увидеть его, достаточно просто поверить. Это пыль из города в другом мире. Если ему удастся подтвердить существование других миров, это опровергнет наши тысячелетние учения. Что это такое? Древние ученые называли его «золотой компас». Николь Кидман, Дэниел Крейг, Кристофер Ли, Саймон Макберни. Премьера «Золотой компас» в следующее воскресенье в 19:30 на РЕН-ТВ.